Здравствуйте! Сегодня я покажу и расскажу о судьбе вот этой вот невероятно красивой бегонии кудрявой. Как она выросла в такую вот красавицу от маленького кусочка листа. Все разберем по дням и посмотрим. Если б я взяла лист вот какой-то из этих, я могла бы его разделить по жилкам вот таким образом и каждую из жилок или по две, или по одной посадить в землю и укоренить, и получить из каждой вот этой жилки еще одно растение. Вот я разрезала по жилке. Все, что может выжить, я обычно укореняю, и просто мне уже некуда их ставить. Но один лист я все-таки вот так вот отправлю в землю. Вдруг кому-нибудь эта бегония все-таки понадобится. Кусочек листа с одной или двумя жилками мы вставляем в землю и под колпачок из полиэтилена оставляем. Мы видим, что этот листок, этот фрагмент листка с жилками пустил корни. Довольно здесь уже их много. И теперь, кроме корней, мы наблюдаем уже молодой побег, молодые листики. Сегодня 9 марта 2021 года, и вот мы видим уже вполне сформировавшееся растение. Вот это вот тот лист, который у нас был посажен. Вот этот, он уже начал отмирать. А это уже вполне взрослые, хорошие побеги. Но еще не пошел лист, какой он будет дальше по сорту, потому что это листья будут гораздо более волнистые, но это будет со временем, наверное, еще через несколько месяцев. 29 марта. Наша бегония Бунча. Появляются листья, которые уже больше соответствуют этому виду бегонии. Если вот это вот еще такой так называемый ювенильный лист, здесь он не особо кудрявый, не особо округлый, вот он такой острой формы, то вот следующие листья приобретают большую округлость и большую кудрявость. С возрастом они будут все кудрявее, ближе к вот этому варианту. Это все еще тот лист, вернее, это все та же жилка, из которой эта бегония выросла. Здравствуйте! Сегодня пришло время переваливать нашу бегонию Бунча. Стаканчик уже хорошо заполнен корнями. Вот мы это видим. И пора увеличивать горшок. Горшок я увеличу вот по такому размеру. Кладем керамзит, конечно, на дно горшка. Так, тут немало. Горшочки, маленькие дырочки. Чуть-чуть земли. И вот по моей любимой схеме. Очень удобной. Заполняем края. Земля универсальная, с небольшим добавлением перлита и вермикулита. Теперь вынимаем горшочек. Снимаем керамзит, который у нас здесь был. И вот все.
как так и было. Может, немножко еще по краям я досыплю землицы. Все. И отправим теперь это растение на прежнее место. И вот наступил момент, это растение уже проявляет свои видовые сортовые признаки. Вот такая очень красивая, красноватая бахрома образуется по краю у новых листьев. На самом деле они бывают немножко разные по форме, но главный признак, вот эта вот симпатичная кудрявость, он уже проявлен. Вот это можно считать, что растение наше взрослое на данный момент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте будем дружить. Скоро будут видео вот такие и по другим растениям, где они развиваются от зародыша, от маленького листа или семечки до взрослых растений. Очень красивый лист, правда? Смотрите. Невероятный красавчик.